В сети рассекретили новый Mercedes-Benz CLS. Также была обнародована полная информация о еще не презентованной новинке. В сети рассекретили внешность еще не представленного нового поколения Mercedes-Benz CLS, а также обнародовали подробности об автомобиле. Дебют новинки ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе, передает Motorin. По части характеристик известно, что базовая версия четырехдверного купе получит 2,9-литровый дизельный мотор мощностью 286 лошадиных сил и 600 Нм. При этом версия CLS 400D будет оснащена таким же мотором объемом 3,0 литра и мощностью 367 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент такого агрегата составит 500 Нм. Двигатели будут работать в паре с 9-ступенчатой коробкой автоматом. Также известно, что версии купе будут иметь только передний привод. Ранее корреспондент Net сообщал, что были названы самые популярные автомобили в Европе. По материалам сайта newsgro.com.